Всем привет, дорогие друзья, с вами Тагир Скифи, мы продолжаем... Варкрафт. Продолжаем Варкрафт рубиться. Так, есть капитан, да? О, корабль построен, это хорошо. То он мне сейчас пригодится. Так, где он у меня тут построен? Свистать всех наверх. Где у меня построен. Так, да, свистать всех наверх это обязательно. И еще раз. Недостаточно ферм. Кродук, они рушат наш город. Кто посмел? Работа завершена. Ой-ой-ой. Ребята, вы что, откуда они тут взялись? Нас атакуют! Всех убейте. Вообще не понял. Откуда приплыли, прибежали, приехали, прилетели эти розовокожие. Не, ну с другой стороны понятно, нечего расслабляться. Работа выполнена, хорошо. Я как бы не патрулируешь все море, поэтому могут и приехать ко мне. Новый тролль подоспел, молодец. И нужен новый вот такой, да, тоже. Хорошо. Ага, зак-зак. Вызывал? Охранять кто будет? Вызывал? Хорошо. Вызывал. Хорошо вызывал? Хорошо вызывал. Приказывайте, хозяин. С удовольствием. Есть капитан. Есть капитан. Да что приказываете? Ищем вражин. Изничтожаем врагов. Это что такое? Транспорт. Уровень первый. Уничтожить транспорт. С удовольствием. Чтобы он даже не помышлял пытаться воевать. Так, орк пошел. Моя типа охранная банда. Так, тут у нас все построено, Уже даже все изучено. Че, типа не достаете? Это мне еще кораблики. Есть капитан. Ой. Надо вот этот сначала лупануть. Есть капитан. Че там бегаешь ты? Все равно придется транспортник строить. Я так понимаю. Есть капитан. О, это, ребята, надолго. Куда ты поплыл, транспортник? Бу-бу-бу. Изничтожить всех и вся. Так, короче, мне все равно нужен транспортник, поэтому можно уже заказывать. Вне зависимости от того, хочу я или нет. Так, это у меня что такое? Литейное. Корабль построен. Уже так быстро. Свистать всех! Сейчас свистаем, не переживай. Тынь-тынь-тынь. Сколько вас максимально может залезть сюда, интересно? С удовольствием.
Орк. От слова совсем интересно. Новый тролль подоспел. Новый тролль подоспел. Новости, орк. Так, высадить. Нас атакуют! Хорош. А, он убил моего орка. Но он, походу, еле живой был. Так что ничего удивительного. Людишки, пойди сюда. Чего вы убегаете от меня, а? Думаете, вам там помогут? Ну, разве что немножко. Хорошо, хорошо, хорошо. Ладно, ладно, хорошо. Короче, я понял, что сюда надо побольше народа приглашать для военных действий. Привет, морской волчар. С удовольствием. Вы лучше по людишкам стреляли. Не достает, походу. Ну что ж, транспортник, возвращайся. Будем свистывать всех наверх. Так, это мне надо 9 человек построить. Крадук. Я, наверное, поступлю как буржуй. Приказывайте хозяину. И зачем-то построю еще одну эту казарму. Что вас тут так мало осталось? Вас покоцали немножко, да? Друзья мои. Приказывайте, хозяин. Привет, морской волчара. Свистать всех наверх. Привет, морской волчара. С удовольствием. Орк. Орк. Свистать всех наверх. А ну, плыви сюда на разведку. Пока там у нас кричит орк. Свистать всех наверх. Так, интересно, тут опасно или не опасно? Есть тут город человеческий или нету? Готов каловать, капитан. Кто там готов каловать? Зок-ток. Ты готов каловать, иди вкалывай. 91 тысяча еще осталось. Работа завершена. Так, новый тролль подоспел. Тогда давай сюда этого, а сюда... Ага, сюда уже не успею. Не смогу. Спрашивается тогда, зачем мне надо было столько этих? Кто кого убил? Привет, морской волк. Кто заключал от боли? Приказывайте, хозяин. Слышь, на меня нигде никто не напал. Так, что у нас имеется? Новый тролль подоспел. Вызывал. Так, раз, два, три, раз, два, три. Еще троих. Зачем я ее построил, непонятно. Привет. Ладно, там у них своя война, они те умирают, те убивают. Пускай воюют. Привет, морской волчар! Приказывайте, хозяин! Придет время и прикажу. С удовольствием! Так, походу, этот остров нейтральный. Так, наверное, есть. В общем, на море пока что у нас преимущество. Зак-зак. Зак-зак. Слабо. Туру-туру-ту-ту. Свистать всех наверх. Ну, ты только 6 человек вести можешь. Как некрасиво с твоей стороны.
дружище. Орк? Я... А, это не тот кораблик. Есть капитан. Орк? Есть капитан. Высадить. Бригаду. Есть капитан, приказывайте хозяину. Новый трасс, надо такое. Ой, а я сюда этого строителя притащил. Зачем, спрашивается? Да я случайно. Есть капитан. Ну такое. Не такие они уж и мусные, пацаны. Ладно, вы там пока разбирайтесь, а мне тут надо новых строить. Дабу. Да, говори. Дабу с Кобу. Орк, есть капитан? Где? Приказывайте, хозяин. Да приказываю. Нас атакуют! Новый тролль подоспел. Где вас атакуют? Слежать всех на росте! Уплыви отсюда. У нас тут новая... Есть капитан? Потребность. Грозлобу! Дабу! Так. Орк, есть капитан. Зокток, слабо. Садитесь, ребятушки. Есть капитан. Там доминирование на этом еще не обеспечило нам. Новый доминирование тролль на неэтом. Привет, морской волчара. Как так получилось? Так, еще я... сколько? Четырех могу свободно привести. Хорошо, чувак, прибежал. Есть капитан. Зок-зок-зок. Новый тролль подоспел. Да, это здорово. Как раз вас я сейчас и заберу отсюда. Кродук. Кродук. Привет, морской волчара. Так, садитесь. Вызывал? Еще и как вызывал. Привет, морской волчара. Блин, ну как же он клево это говорит, морской волчара. Заигрывающе, я бы сказал. Свистать всех наверх! Согласимся. Свистать всех наверх! С удовольствием! Зок-ток! С удовольствием! Вот таким коллективом, ребятушки, мы пойдем воевать. Да, говори! Угу-гу-гу! Угу-гу! Молотками по камням. Вот как это работает. Нас атакуют! Кто посмел? Казарму надо разрушать однозначно. Таким коллективом не быстрый процесс, но а что делать? Надо, значит, надо. Всех убьем, все разрушим. Ибо мы же орда. Настоящие ордынцы так должны поступать. Наверное. Так. Надеюсь, тут зданий никаких нету. Чтобы лишний раз бегать не приходилось.
туру-ту-ту. Надо было набрать 4 рубаки и 5 троллей брать. Так получилось. Что-то вы себя этим не чувствуете. Упс. Убить тех, кто может сопротивляться. И это должно работать именно так. Да что у них, лесы пизда. Нету этой у меня артиллерии на корабликах, чтобы далеко стрелять. Мортир типа. К сожалению, нету. А весьма не помешало бы. Добиваем негодяев. Ратуша. Странно, что они не сильно-то стремятся чинить ее. В первой части приходили, чинили. Если надо было. Ты куда пошел, дружок? Тоже ферма. Не просто ферма, а основная ферма. Ну, как говорится, окей. Локтар Огар. Воин. Нет, Тромка воин. Так говорил Трал. Блин, ну ведь понятно уже, что победа. Зачем мне надо уничтожать все фермы? Что за игра? Тратишь мое время. Задание... А, здание разрушено. Задание разрушено, считай. Ну ничего, что я уже такого плохого сделал, что проиграл. Кстати, надо сохраниться. А то сейчас действительно что-то плохое сделаю. И проиграю. Зак-зак-зак. Локтар. Так, две фермы осталось. Тут вроде зданий никаких быть не должно. Вот этот обошел, а чё этот не обходит? Бугай тупой. Блин, движется. Здание разрушено. Победа! Это победа! Бугай! О! Level up! Меня назначили любимым бугаем. Хазмодан. Действие второе. Вот так вот. Хилсбрат истреблен, и слухи о надвигающейся угрозе гибели распространяются по королевствам людей со скоростью лесного пожара. Военный вождь Молот Рока доволен вашим успехом и полагает, что вы заслуживаете получить более трудное задание. Возникли неприятности в землях дворфов Хазмодана. Экспедиционный корпус бойцов Стромгарда осадил Дунмодр, жизненно важный пункт высадки войск Орды. Вам нужно отвоевать Дунмодр, а потом отправить войска против Толпарада.
соседней островной цитадели Стромгарда. Вот это да. Так, цель — освободить Дунмодор, разрушить Толбарат. Так, вы можете включать и выключать изображение рельефа на мини-карте, нажимать Tab. Ага. Так, и что? У нас есть орки. Значит, мы можем что-то строить. У нас появились катапультки и дирижабль гоблинов. Это для переноса людишек, я так понимаю. Здравствуйте! Привет, морской волчар! Есть капитан! Есть капитан! Свинюшка бегает. Яй! Мне бы какую-то золотую шахту найти, что ли. Ага, свинюшка. Здравствуйте! Ты что, за мной сагрился на меня или что? Дружище. Или мне сюда надо переплыть? Я пока не сильно понял, что делать. Волны! Вперед! Вперед! К роду лабу! Волны! Вперед! Так, что он... Так, патрулировать, двигаться, стоп. А что он делает? Дирижабль этот. А, ну тогда, значит, на этой стороне... Я что-то думал, что на дирижабле можно людишек на эту сторону перевести. Есть капитан. Ну раз нельзя, значит нельзя. Есть капитан. Есть капитан. Есть капитан. Здравствуйте! Есть капитан! Нас атакуют! Корабль еще и наскуплялся от этого. Волны вперед! Так, чувак, полный пир, ты, наверное, пока останься. Вместе с вот этим дружком. А тут мы возьмем вот этого резервного. Я не знаю, кстати. Надеюсь, катапульта не стреляет по своим. Да, говори. Хорошо. Как в прошлой части. Но это не точно. Ладно. Поэтому мы сейчас пойдем без катапульта. Вызывал? Хорошо. Пока что. Хорошо, хорошо. Хорошо, говорит чувак. Хорошо. Ты здесь, босс? Хорошо, да, я здесь, хорошо. Босс, и ты скажи мне, где есть золотая жила. Ты здесь, босс. Нас атакуют! Да. Ты здесь, босс. Да. Хорошо. Ладно. Зачем они нас атакуют? Ладно. Да. Ты здесь, босс. Так точно. Да. Так, а ну, катапульта, подъезжай. Сейчас мы тебя проверим в действии. Локтар! Так, вот это он уничтожил. Чтоб даже не помышлял. А ну, катапульта, показывай, на что способна. Ты так близко подъезжать тебе надо. 25-80 удар. Ну, по идее, удар солидный. Должен быть. Но не то чтобы. Кто посмел? Ой, он убил одного моего чувачка. Доктор. Это он зря. Свистать всех наверх! От слова совсем. Ага, вот у нас и... Или нет?
желтый дмок, вот эта золотая жила открыта. Локта! Ну, в смысле, шахта. Сквобу! Сквобу, мне нужен еще один вот этот чувак. Сквобу-бобу. Сквобу! А, все-таки открыто. Он строит, пытается. Ого, сколько вас тут, ребята. А это вас не смущают? Интересные ребята. Так, все, подходим. Будем работать. Волны вперед! Да, говори. Ладно, хорошо. Да, давайте обстреливайте ее. Ратушу эту их, ихненскую. А что ты делаешь? Урон 0 пишет. А это, наверное, для того, чтобы потом чувака какого-то спасти. Что у нас тут? Построить кузницу. Ничего себе. Построить ферму. Зал вождей построить. Чего он там не захотел строить? Давайте, помогайте, пацаны. Кровь и грот. Дабл, свабл, зак-зак, локтар. Дабл. Нет, походу мы отвоевали это. Этот участок земли. Это, конечно, пока что не точно. Тот внутри строит, а эти снаружи. Выделкой занимаются. Дабл. Ну, вроде по своим не наносит урон катапульт. Но это вроде. Так, есть у нас, да, такое здание? Отлично. Давай одного на лес, одного на золото, одного на строительство. Нам нужны фермы. Причем много ферм. Столько ферм еще не строил ни один орк. Сколько мы построим сейчас. Ибо мы пока ж нанять никого не сможем. Так, ладно, ребята, пожалуй, тут серию закончим. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, оставьте комментарии, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. Пока-пока.